Скажи, пожалуйста, сложный ли был экзамен по русскому языку? Ну, я считаю, что не очень сложный, и если подготовиться, его реально сдать. Как ты считаешь, на кого он рассчитан? На среднестатистического ученика или на более сильных или более слабых? Мне кажется, более на среднего ученика, потому что задания были весьма решаемые, но были моменты, в которых, не знаю, не ответишь, и все-таки надо подготовиться. А как ты готовилась? Ну, у нас были отдельные курсы в школе. Я отдельно решала дома, и есть банк заданий ЕГЭ. То есть там выходят все задания, и можно их прорешать. Какие-то задания показались тебе более сложными? Не думаю. Остынька? А